Сила в единстве, и сейчас это особенно актуально. Необходимо поддержать как военнослужащих, которые участвуют в военной спецоперации на Украине, так и соотечественников, с тревогой и надеждой ждущих возвращения наших бойцов домой. С таким посылом по стране прошел музыкально-патриотический марафон «За Россию», который стартовал 12 апреля. После шествия в 29 городах заключительный концерт прошел в Самаре. Яркая праздничная программа началась со вступительного слова первого вице-губернатора Виктора Кудряшова. Сегодня, друзья, как никогда важна поддержка наших ребят, которые сейчас там, на поле боя, которые выполняют свой воинский долг. Давайте вместе пожелаем им силы, мужества, военной удачи. И, конечно, самое главное, чтобы они быстрее вернулись домой живыми и невредимыми. Я уверен, что победа будет за нами. На сцене на площади Куйбышева перед самарцами выступили местные артисты и поэты, вокалистка Алена Азарова и кавер-группа «Беллини». Участвовали в концерте и звезды российской эстрады. Хедлайнерами программы стали Виктория Дайнеко, группа «Фабрика» и Дмитрий Харасьян. Он исполнил на сцене знаменитую песню «Судьба и Родина едины» из фильма «Гардемарины». Для меня встреча в таких крупных, больших городах со зрителем, конечно, это очень важно и, можно сказать, судьбоносно, потому что мы сейчас, конечно, переживаем лихие времена, и нужно людей как-то поддержать духовно, морально, творчески. Кульминацией программы стали выступления Александра Иванова и группы «Ронда», а также общероссийская эстафета «Свет наших сердец». Во имя дружбы, помощи и милосердия слушатели зажгли фонарики, а когда музыка стихла, прогремел праздничный салют. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.